Родина Сибири необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибири необъятно. Знаете, все фотографию. А этой стороной она была прижата к морозной стенке. Ну, места не хватало в холодильнике. Она была прижата к морозной стенке. Минус 2-3 градуса, это им ничего не делает. Вот, есть даже много подтверждений, что еще лучше потом сходят. Ладно, а теперь смотрите, когда слово сказал мороз, 50 минут прошло. Ага, вот смотрите сюда. Я вас интригую. Внимание, потом забуду. Видели, вот здесь вот примерно 50%, нет, 30% вот это вот ледовая сосулька, или как ее назвать. Раз. Еще раз. Здесь примерно такая же. Два. И я впервые на ваших глазах, вместо привычного чая, я всегда бодрился крепким чаем. Потом даже так, столько выпивал, что сердце болело. Здесь у меня вода, растаявшая из этих бутылок. Итак. Сейчас я вас... Большинство нет. Я прекрасно понимаю, что хотя это были популярнейшие журналы, «Техника молодежи», «Наука и жизнь», вот, вот такого типа, значит, о природе журналы, «Юный натуралист» я выписывал. И эти журналы один раз преподнесли мне сюрприз. Но мне не хватало никогда терпения заняться собой по-настоящему. И вот пришла пора, на 75-м году жизни, еще одну попытку делаю. Итак, и вам предлагаю. Интрига была такая. Статья появилась в одном из этих журналов 50 лет назад. Плюс-минус 5 лет. Старина глубокая. А речь пойдет о здоровье. Приходит человек, 40-летний, как там этот самый журналист написал, цветущий, крепкий мужик, порядка 40 лет, и показывает паспорт, а в паспорте 70 с чем-то. То есть почти в два раза старше. Вот. Ну, редакция, сбежали все посмотреть на этого уникума. Вот он говорит, я принес вам, опубликуйте, пожалуйста, мое это самое, мой метод омолаживания. Не омолаживания, может, ну я, говорит, все эти годы пью эту воду, не замороженную, а размороженную. Вот. И у меня фактически время остановилось. Я остаюсь молодым. Ну, естественно, это была сенсация. У нас было много, ребят, сенсаций. Я потом отдельно в фильме расскажу обо всех этих самых. И чем кончилось, и чем не начиналось. И всех этих Порфириях Ивановых, и о Никитинах, вот, и о беге трусцой, и о Брэге. Я вам все расскажу. Хотите слушать, хотите нет. Фильм-то чем хорош? В любую секунду выключить, правильно? А здесь нет. Здесь, я надеюсь, дослушайте до конца. Итак, первое, когда я прочитал это 50 лет назад, я тут же несколько бутылок стеклянных налил воды, морозилку, и все они лопнули, потому что у меня нет памяти и не было из детства. Такой я родился. Вот. Как мне трудно было, не самый лучший ученик был в школе, а считался самый умный. Но, представляете, тройки приносил. Ну, памяти нет, попробуй запомни, там где зубрить надо. А здесь получалось так, что я вечером поставил, утром заглянул в морозилку, все, они уже полопались. Матерюсь, стекла вынимаю, вторая попытка, третья, все, забыл. Появилась эра пластмассовых бутылок. Ура, сказал я, повторил, меня хватило на несколько дней. За несколько дней помолодеть на 30 лет, наверное, я не смог. Опять забыл. Вот. А недавно я начал писать книгу на днях. Это аудиокнига. А мне пришло в голову вот эта вещь. Давайте вспомним этого мужчину. Вот, и вспомним, в чем заключалась его идея. Она очень здравая. Она, тем более, если бы я жил, помните, как там это? Построить дворец мы можем, олигарху. Еще что-то построить, а в кране гнилая вода. Оказывается, она лечится, эта гнилая вода, вот таким способом. Давайте рассуждать.
Причем это все правильно. Итак, мы налили полную. Оставляем вот столько, потому что вода при заморозке расширяется. Вот так вот налили. Так, вот так вот. Вот. И морозилку. Если вовремя вынуть оттуда, вы увидите, что она не одновременно замерзает, а часть замерзает, жидкость, а часть нет. Давайте вспоминать, какая замерзает и как она, называется это, как она как бы избирательно замерзает. Замерзает чистая вода. Хотите пример мой из этого, из Норильска? Бывало, сунем это, был, не раз было, бутылку с водкой, а у нас там 100 километров от города тундре домик охотничий. Мы сунем и забыли, ищем, материмся. А потом мы его находим через несколько дней. А ведь водка не вся замерзает. Вы же поняли, да? Спирт не замерз, а вода замерзла. А здесь другое, то есть уже отделяется. Ну, я просто пример привел для наглядности. А здесь получается вода, воде рознь. Раз она начала замерзать, значит, это чистая вода. А остается в осадке и замерзает, но позже, позже. Именно вода, которая имеет в своем составе соли. Школьный опыт. Он касается нас, садоводства. Помните, длинный корень, чем глубже идет, тем больше этот самый, более, менее замерзающий раствор получается. То есть это имеет практическое значение и в садоводстве. Берегите центральный корень, вот так говорю. И у нас, значит, остается что? В таком состоянии нужно просто эти две фракции разделить. Вот. Теперь, значит, поняли, в чем дело. И вот она вода. Она фактически дистиллированная. Ее пьешь, у нее даже вкуса не стало. Вот. Теперь вспоминаем Брега. Великий Брег. Великий натуропат, натуралист. Дожил до 85 лет. Умер молодым. Значит, он учил нас время от времени пить только одну дистиллированную воду, очищая организм от шлаков и прочее. Не все время, а на время голодовки. Вот. Дистиллированная. А дистиллированная вода – это такая зараза. Знаете, когда ее специально выпаривают, чтобы… Ну, так же, как выпаривают, чтобы получить… Ну, знаете, что такие ингредиенты, как, допустим, H2, H5OH, то есть спирт. А здесь выпаривается вода, получается дистиллированная. Я пробовал такую воду. Гадость и гадость. А это хоть более-менее. Итак, разделяем на две фракции. Вот. Так что вода, которая первая замерзла, вот, значит, она чистая. Которая решила не замерзать, та, значит, не совсем грязная, но все-таки в ней есть соли. А очистить организм желательно же, чтобы промыть его как следует. Вот. Ну, а дальше что? Вылили, остаток разморозили, вот ваше это. Вот ваше питье. Все. Я еще буду, когда создавать аудиокнигу, мне будут десятки глав, одна из них будет посвящена вот этому. Почему? Я ведь вам не говорю, что будет заметно омоложение или задержка с старением. Вот. Болезни пройдут. Я этого не говорю. Я говорю, давайте пробовать. Сама идея очень хороша. Если деревья этим пользуются, давайте ему пользоваться. Так, ну что получилось? Час мы проговорили. Теперь надо возвращаться.